Меня зовут Данил Кузин. Я работаю старшим поваром в ресторане Бильбао. Ну, когда я учился с часами, у нас были такие визиты в разные рестораны. Один из таких ресторанов был как раз-таки Бильбао. Шеф-повар Владимир Горюшков рассказал нам про концепцию, провел краткую экскурсию по кухне, рассказал про сотрудников, про философию работы кухни в целом. Мне это очень понравилось. И я как бы принял решение, что после Сесама я хотя бы пойду туда стажироваться. Потом после трех стажировочных дней мне предложили уже работать на полную ставку, и в общем-то я и не отказался. Было очень весело, когда у нас была международная кухня. Очень интересно, во-первых, потому что у нас менялись преподаватели, соответственно, разные преподаватели, разный подход, разная кухня. Плюс очень прикольно было, когда у нас была выпечка. Я просто в целом вообще ничего не знал по кондитерке и по выпечке. Повар с подготовкой имеет какие-то базовые скиллы для работы на кухне. Он в целом знает, как оно устроено, элементарно умеет резать. Потому что бывали такие ситуации, когда приходили стажеры, и нужно им заново показывать, как резать и так далее. Люди, которые готовят дома, думают, что в целом пойти на кухню – это нормальное решение, я же умею готовить, но там это вообще работает не так. Человек с подготовкой как бы гораздо лучше, чем без. Это нужно всегда задавать вопросы, всегда спрашивать то, что непонятно, что тебя интересует. Никто тебя не ударит скалкой, никто тебя не ткнет ножом. Все супер открытые, все готовы делиться информацией. Плюс также лучше спросить и сделать правильно, чем не спросить, сделать неправильно. Так что спрашивайте.